Во Вроцлаве началась летняя ярмарка, когда в Польше отменят оставшиеся ограничения. В школах могут начать прививать от коронавируса. Роберт Левандовский побил рекорд Герда Мюллера – 41 гол в сезоне Бундеслиги. Во Вроцлаве снизится стоимость проезда в общественном транспорте. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина, и это новости in Poland. Мы начинаем! Следующие шаги по облегчению ограничений в связи с COVID-19, скорее всего, будут объявлены на рубеже мая и июня. Об этом 21 мая заявил министр здравоохранения Адам Недельский в интервью «Виртуально Польска». Он добавил, что если эпидемическая ситуация не ухудшится, то после 5 июня должна быть восстановлена работа всех сфер, деятельность которых сейчас ограничена. Однако дальше будут действовать требования носить маски внутри общих помещений и везде, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. С 21 мая возобновили работу кинотеатры, театры, филармонии и учреждения культуры с соблюдением санитарных правил. Залы могут быть заполнены максимум на 50%. Важно, что по правилам в кинотеатрах зрители и слушатели не могут употреблять напитки и блюда, поэтому от колы и попкорна в кино придется отказаться. Городской совет Вроцлава принял решение о снижении цен билетов в общественном транспорте. Стоимость проезда вернется на уровень прошлого года. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 июля 2021 года. Поэтому билеты будут стоить 3,40 злотых вместо текущих 4,60 для одноразового билета, 2,40 вместо текущего 3,20 на 15 минут и 3 злотых вместо текущих 4 на 30 минут. Вакцинация подростков 12-15 лет в Польше может быть организована непосредственно в школах. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик во время пресс-конференции. При этом он призвал сначала дождаться регистрации вакцины для этой возрастной категории. По его словам, как только в ЕС одобрят использование вакцин для детей указанной возрастной категории, власти начнут работать в данном направлении. В настоящее время вакцина производства Pfizer одобрена в Евросоюзе для использования лицами 16-17 лет. 17 мая в Польше началась регистрация на вакцинацию граждан этой возрастной категории. В прошлую пятницу на Вроцлавской рыночной площади началась Финтоянская ярмарка. Это традиционная летняя ярмарка в городе. Здесь можно найти художественные изделия и рукоделия, декорации и украшения, керамику, ювелирные изделия, мыло и натуральную косметику, вручную вышитые игрушки из природных материалов и многое другое. В этом году Свинтоянская ярмарка во Вроцлаве проходит значительно скромнее, чем в прошлые года. Продлится она до 28 июня. Роберт Левандовский забил 41 гол в нынешнем сезоне Бундеслиги. Попадание в матче против СК Аусбурга позволило ему побить рекорд по количеству голов, забитых за один сезон немецкой Бундеслиги. Прежний рекордсмен, бывший немецкий форвард Герд Мюллер, установил этот рекорд почти полвека назад. Многие годы подвиг немца считался экспертами недостижимым. 32-летний капитан польской сборной поблагодарил товарищей по команде и посвятил им этот рекорд. Подвиг также прокомментировал президент Анджей Дуда. Аплодисменты и сердечные поздравления Роберту Левандовскому. «Прекрасный день! Исторический рекорд Герда Мюллера побит!» – написал президент в Твиттере.
также мы поговорим о других новостях. Неправильно закрепленный груз пивных бутылок соскользнул с прицепа грузовика. Произошло это 19 мая, в момент, когда водитель выезжал на кольцевую дорогу в городе Чарлин, что в Поморском воеводстве. На дорогу упали ящики с тысячами стеклянных бутылок с пивом. Значительная часть товара была повреждена. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия приехала полиция и штрафовала водителя за ненадлежащее закрепление товара. Вы нарушаете правила дорожного движения? Полицейский беспилотник непременно это зафиксирует. Это новый инструмент, используемый для предварительного мониторинга поведения водителей и пешеходов. Что касается нарушения правил, то после фиксации правонарушения в дело вмешиваются сотрудники дорожного отдела. После первых испытаний устройство приступило к работе. Когда позволяет погода, он патрулирует те места, где чаще всего случаются опасные события. Подросток из Петров-Трибунальский, не задумываясь, реагировал, когда водитель получил эпилептический приступ и вытащил ключ из замка зажигания, поэтому автобус избежал удара в столб. Инцидент произошел 13 мая. Пассажиры ждали, когда водитель автобуса откроет им дверь на одной из остановок, но они не открывались. Тогда один из пассажиров, 14-летний Барташ Моншка, заметил, что с водителем что-то происходит. Пока пассажиры вызывали скорую, водитель, не до конца придя в себя, нажал на педаль газа. Люди попадали вперед через резкое движение, но, к счастью, Барташ вытащил ключ и обездвижил водителя, после чего выпустил пассажиров, нажав на соответствующие кнопки. Дирекция городского транспорта в Петрово-Трибунальском поблагодарила парня за отвагу и спасение людей. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых актуальных событий Польши. До скорых встреч! Увидимся через неделю!